Вот смотрите, я вас не снимаю, ваш голос, а мужикам что стесняться? Краситься нам не надо, пусть его покажу. Андрей, тебя показывают. Давайте так, не показываю вас. Итак, что-то покупали? Покупали мы мельбу, яблоньку, покупали две груши. Одна груша была имени Павлова, большая, желтая, и еще одни грушки маленькие, но вот ни та, ни другая еще пока не плодоносила у нас. А я мельба? Мельба в этом году первый год плодоносила, яблоки просто шикарные. Спасибо. Я думал, сейчас ругается начнется. Нет, нет. Жигулевская и апорт кроваво-красный. А, вы раскатали. Так, смотрите, да, вы уже не первый раз, наверное, угощать вас поздно, да? Вы все знаете, все пробовали у меня. На всякий случай. Вам нужны эти книги? Можно. Тайны плодовых деревьев. Так, дальше она торгуется. Ага. Давайте, сейчас увидите. Дело в том, что я приучаю ребенка в этой тяжелой жизни торговать. Давайте, поехали. Это ты мятую взяла. Сейчас, Таня, это важно. Сколько стоит брошюра? 100 рублей. А это по... Если вы закупите за 100 рублей, это ее будут деньги. Я понимаю. А, это стимул. Это обрезка. Самая ценная брошюра. Сейчас ну, это... Вот эту вот брошюрку я возьму. Где-то обрезку посмотреть, где-то уход. Так. Пусть ребенок радуется. Теперь... Автограф. Давай. Ручка. Она молодец. В Ленинграде мои автографы стоят 500 рублей на книжке. Слышали? Нет, им бесплатно. Нет, я знаю, нет, правильно. Какой коммерсант у вас, им бесплатно. Это мой редактор продает с автографами. Предлагаю теперь эти книги. Вот это вот тоже хорошая. Ну, нам пока этого достаточно. Да. Когда, если понравится, все? То берите уже побольше. На, вручи. Спасибо. Так, 400 рублей заработал ребенок. Нет, у меня уже 500. Я иду. У меня уже 500. А? Уже 500. А, ты еще вчера. А, и прошу за раз. Которые я собирала сливу. Мы их покупали, только молодец. Мы выбрали место. Уже не очень удачно нас в огороде. Да, и нас вы не развели. Так, я все отключаю. Так, вот я памятку давала тогда? Все запись. Они прижились хорошо. С ними все хорошо, мы просто место выбрали неудачно. Место неудачно, это была просто наша ошибка. Сквозняком. Северная сторона, и там грунт отходил гораздо позже, чем везде. И поэтому сокодвижение начиналось... Она массу набирала, а корневая система еще была. А где? В Минусинске. О, так вы с Минусинска приехали? Да. Не после Сосмайны. Да. Так, все сейчас понял. Ну, теперь... А теперь как бы у нас получается так... Теперь вы сделаете еще десятки ошибок, пока вот это не прочтете. Нет, они у нас вот там, где в саду, они живут хорошо. А, и сейчас мы вот их покупаем, берем и садим в сад. Ну ладно, значит так. Я сделал попытку продать книгу. Понятно. Мы просекли тему. Мы поняли ваш маркетинговый ход. Теперь так, я повел их угощать на тот участок. Хорошо. А вам некогда мясо точить. Давайте, пока.